Привет, дорогие зрители, меня зовут Колман, и это очередной ролик по Apex Legends. Сегодня мы не будем играть в классический режим королевской битвы или дезматчи по типу командного боя и оружейной гонки. Сегодня мы будем проходить маленький кусок начинающегося сюжета в Apex Legends. Не так давно на канале разработчиков выходил анимационный трейлер под названием «Код убийства», часть первая, где Лоба, Мэгги и Лайфлайн проникают на секретный объект, дабы выяснить, что задумал отец Октейна. Недавно появилась в игре самом эта миссия, где Лоба отделяется от команды и находит что-то ужасающее. И в этот кусок мы будем сейчас играть. Устраивайтесь поудобнее, желаю приятного просмотра. Поехали! Это место. Почему кажется, что я уже здесь была? Вот тебе первая поездка на Сальво. Кто-то вызывал пилота для эвакуации? Детка, мы еще ничего плохого не сделали, но благодаря твоему шикарному появлению, похоже, план побега пригодится. Хочешь, чтобы я была незаметной и появлялась с опозданием? Погоди, это же ты. Противоположности притягиваются. Где остальные? Вон там. Я просто... Лоба, не вздумай снова меня игнорировать. Тебе пора, дорогая. Увидимся позже. Так точно. До встречи. Вот такое интригующее начало. Так, ну... Прежде чем спускаться, давайте поисследуем местность. Конечно, этот геймплей уже и повествование сливали в сеть. Вот, Несси у нас здесь. Отсылочка типичная для Respawn Entertainment. Весь этот кусок игры, насколько я, если не путаю, слили уже чуть ли не месяц назад. Ну, тогда все было, естественно, на английском языке. А в полноценном русском появился только сейчас. Да блин. Вот так. Ладно, спускаемся. Смотрю, мне выкатили ковровую дорожку. Хорошо, что я всегда одета для выхода. Тела ревенанта. Нифиговая пропасть. Прекрасно. О, так и знала, что мне здесь не понравится. Кажется, это взаимно. Вентиляция. Размером с человека. Классика. Так, допрыгну. Попробуем. Оп. Нормально. Получилось. Поехали. Заметьте, кстати, как быстро откатывается браслет. Всего 2 секунды. Мечта каждого мейнера Лобы. Эти переходы... Эхо. Словно... Нет. Быть такого не может.
Вот что этим она хотела сказать. Будто это то же самое место. Но учитывая, что здесь тела ревенанта, то, наверное, да, это тот самый комплекс, который она уничтожила в 5-м сезоне. Так, ну, видимо, мне туда. Кажется, здесь что-то делали. Ну, тела ревенанта, скорее всего. Ибо они здесь повсюду. Так, стоп, назад. Ничего. Все еще думаю, может, где-нибудь Несси завалялась. Стоп! Ладно. Что вот там? Ага! Нашлась я. Вторая. Интересно, сколько всего на этом уровне? Наверняка есть еще. Две — это как-то мало. Так, офигеть, пропасть очередная. Ну, поехали. Оп, тихо. Еще тело ревенанта. Ладно. О, блин! Ладно, попытка вторая. Попробуем налево съездить. Ну-ка вниз. Может, тут что? Нет, походу. Хотя при монтаже справа я заметил Несси. Была спрятана за ящиком. Так, требуется планшет. Будем искать. Попробуем тут. Теперь сюда. Понятно. Фейл. Так. Протупил. Ладно, еще раз. Так. Кидаем. Так, куда? Ладно, нормально. Не дотягиваюсь. Тогда сюда. Тихо, тихо. Тут ничего.
Ну, можно и так. Это Сальва, а не Солос. Это просто очередное ограбление. Еще тела ревенанта. Интересно, это отсылка на Терминатора? Планшет Хаммонда. Забираем. Так, как обратно? Ну, видимо, только так. Так. Ой, зря. Молодец. Так, так, так. Еще платформа для испытаний. Ну, сейчас попробуем. Вот так. Опа. А теперь как? Блин. Блин, а как? Профукал. Чё? Нифига себе. Так и было задумано. Я так и задумывал. Все нормально, все по плану. Прошел. Так, теперь куда? Туда? Я вроде слева вентиляцию видел. Ну, вернее, справа. Ладно, пробуем туда. Ну-ка, назад. Да вроде ничего. Значит, показалось. Ну и трубы. Поехали! Йо! Ни хрена себе! Ух! По катушке все кости переломать можно. Так. Так, одну минутку. Продолжаем. Тут ничего, ну да. Что, не открыть? Может быть.
Ну-ка, что у нас внизу? Охота посмотреть. Да, прямо как тот объект. Тот же комплекс. О, нету, что-то лютое тимище. Назад. Да, я думал, тут Несси есть. Но что-то нифига подобного. Ладно, поднимаемся обратно. Пользовался и что-то забрал. Что ты оставил после себя, Сильва? Пусто? Не может быть. Нет! Делает ему тела? Что он делает с Демонио? Ну вот как-то так, друзья. Первая часть завершена. Интрига, интрига. Накатывают интриги. Интересно, что же будет дальше. Ну что ж, надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. Все как всегда. Увидимся с вами в ближайшее время. Пока.